Привет! Отгадайте, что мы сегодня делаем? Играем в игру от компании «Я игрушка». Но будем мы играть в чудные человечки. Ну что, приступим открывать нашу игрушку? Так, а где тут чудные человечки? Карточки какие-то. По-моему, тут 4 игрока. Какие-то тоже карты. Ну что, Родион, ты готов стать умнее? Ну да, это не алгебра или геометрия 5 класса. Правила. Ну да, жесть. Ну, в смысле, трудно к пониманию. Мы сейчас будем сделать с Родионом стандартные действия. Бросать кубик. Обычный такой, шестигранный. У каждого из нас есть вот по такой карточке. На них мы будем собирать пуговицы. Интересно, с какого костюма они столько понащипали? Еще есть вот такие чудные человечки. Дерево. Ага. Итак, человечки на старт. Внимание. Марш! Шутка, конечно. По правилам игры кидает самый младший. Мам, ну что ты с дядёх уходишь? Сейчас, конечно, я вам не буду рассказывать все правила. Вы сами купите игру и прочитаете. Я просто хотела вам показать, какая она яркая и качественная. Мне нравятся игры от компании «Я игрушка». Вообще-то, когда мне надоест играть в эту игру, я пуговицу куда-нибудь приспособлю. Ну, не все, наверное, но синенького цвета точно. Ну что, Родион, мой ход. Ну все, закругляемся, пока.